Привет, это канал I Like Pet. Я Таня, а это пес Макс. В этом выпуске мы расскажем вам, как научить собаку команде «Ко мне». Команда «Ко мне» считается одной из самых важных, ее должна знать каждая собака. При обучении этой команде не требуется сильного эмоционального или физического давления на питомца, поэтому щенков можно тренировать уже с полутора месяцев. Как же обучить собаку команде «Ко мне»? Давайте разбираться! Начните обучение дома или в тихом месте на улице. Важно, чтобы посторонний шум не отвлекал вашего питомца от тренировки. В начале обучения рекомендуется брать с собой знакомых, которые помогут вам в дрессировке. Если у вас щенок, то попросите помощника взять его на руки. Если взрослая собака, то просто подержать за поводок. Затем дайте питомцу лакомство со своих рук и похвалите. Далее попросите вашего знакомого отвести собаку на расстояние 1-2 метров. Важно, чтобы при этом лающий друг не терял вас из виду. Затем помощник должен поставить питомца на землю лицом к вам. Если животное рвется к вам, помощник должен его удерживать. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. Теперь скомандуйте «Ко мне» и похлопайте себя рукой по бедру. В это время ваш знакомый должен отпустить собаку, чтобы она побежала к вам. Если питомец не идет, то сядьте на корточки и покажите ему лакомство. Когда лающий друг подбежит, поощрите его и как следует похвалите. Затем повторите упражнение еще 3-4 раза и сделайте перерыв. Продолжайте отработку команды «Ко мне» на прогулках и подзывайте собаку через каждые 10-15 минут, чтобы отточить навык. Обязательно гладьте и поощряйте питомца, когда он подходит. На первых порах не рекомендуется подзывать собаку, если она чем-то занята, поскольку она вряд ли вас послушает. Ну что ж, теперь Макс знает команду «Ко мне». Попробуйте и вы научить свою собаку этой команде по нашей видеоинструкции. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!